Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я прочитаю вам сказку из книжки, которая называется «Моя мама самая лучшая». Сказка называется «Как печенька с пуговкой тучи испугались». Жили на свете две морские свинки, печенька и пуговка. Печенька рыжая была, а пуговка белая, как снег. Пошли они как-то подружки-сестренки на огород клубнику искать. Но попадались им только зеленые ягодки, иногда белые. Вдруг печенька увидела красную ягоду и как закричит: «Моя клубничка, моя, моя! Отчего это твоя?» – спрашивает пуговка. «Ты забыла, что мама нам делиться велела?» Печеньке жалко клубничку отдавать, она гнет свое. «Нет, моя!» А пуговка кричит: «Моя!» И такая у них ссора началась, что даже небо нахмурилось, посерело. «Вот видишь, что ты наделала!» — сказала пуговка. «Из-за твоего упрямства даже тучи налетели!» А тучи на небе уже не серые, а черные, как ночь. «И что теперь?» — заплакала пуговка. «Что-что? Почернеют тучи, да тоже драться начнут!» А потом бах! Врежутся друг в друга и попадают с неба. Только она это сказала, как раздался жуткий грохот. Пуговка и печенька даже присели от страха. Потом как рванул домой, на силу добежали, ворвались в дом и нырнули под стол. «А что, если туча на наш дом упадет?» Снова хнычет пуговка. «Что-что? Крышу проломит! И потолок проломит! И потолок, и этот стол!» Сказала так и тоже плакать начала. Неохота ей, чтобы на нее туча падала. И такой у них рев пошел, оглохнуть может. Хорошо, мама морская свинка из магазина пришла. Смотрит, а ее умницы дочери сидят под столом и ревут. «Вы что?» – спрашивает их мама. «В скорую помощь играете?» «Нет, мы не играем, мы тучи боимся. Она сейчас как упадет, как раздавит нас». «Кто же вам сказал, что она упадет?» «Никто не сказал, мы сами придумали. Сами придумали и сами испугались. Если чего-то боитесь или не знаете, лучше спросите у меня, а я вам расскажу, что не плохая эта туча, а хорошая. Черная она, потому что в ней воды много, и скоро прольется эта вода дождиком, выльется вся в огород, и не будет больше туч, солнышко выйдет. Ягоды попьют воды, согреются на солнышке и поспеют. Тут и дождь кончился. А ну-ка, надевайте сапожки, берите корзинки и бегом ягоды собирать». Надели пуговка с печенькой сапожки, вышли в огород, а там красных ягод видимо-невидимо. Набрали они полные корзинки и домой пошли. С тех пор, если им что-то непонятно было, сразу у мамы спрашивали. Они плакали и не боялись понапрасну. Мама всегда успокоит и объяснит, что непонятно.